Эта историческая фраза впервые известила мир о новом космическом достижении — человек в открытом космосе. 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов покинул корабль «Восход». Однако тогда мало кто знал, чего стоили ему эти 12 минут во Вселенной. На Землю он мог просто не вернуться. Когда я, с трудом оторвавшись, шагнул в эту бездну, у меня что-то подкатилось, мне что-то подперло. Звезды были и слева, и справа, и вверху, и внизу. И я находился среди звезд. Постепенно все успокоилось, и я понял, что я сам частица этого гигантского мира, где живет человек как песчинка.